Будут судить за смертельное ДТП в Гороховце. В суд направлено уголовное дело по факту аварии с участием микроавтобуса. Напомним, трагедия произошла в марте этого года на 335-м километре трассы М7. Следствием установлено, что 36-летний водитель микроавтобуса «Мерседес» с номерами Чувашской республики, находясь в утомленном состоянии, влетел в большегруз «Мерседес-Бенц», стоявший на светофоре. На момент столкновения в микроавтобусе находились 15 пассажиров. В результате аварии один пассажир погиб. Еще двоим причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый свою вину признал частично. Рассматривать уголовное дело будут в Гороховецком районном суде.